Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Моряк, он же Сергей Куликов. И в этом видео мы с вами откроем очередные посылочки, которые прислали нам подписчики. Итак, в этом нашем втором выпуске у нас будет две посылки. Первая пришла от Слободянского Павла. Это город Люберцы. Этот человек у нас в группе известен более как Виктор Кокс, у которого большая коллекция карт. И вот, собственно, от этого человека посылочка мне и пришла. Ну что ж, давайте глянем, что там у нас внутри. Внутри у нас здесь такая вот коробчонка. Здесь написано «Сергей». Возможно, имелся в виду я. Так, сейчас мы откроем эту коробчонку, а там лягушонка какая-нибудь сидит в коробчонке. Так, ладно, давайте мы сейчас тут скроем вот этот скотч. Сейчас, представляешь, открываю, там чекушечка ямской, прям кубинская сигарка такая. Хорошенькая. Получается, что ты не пьешь, не куришь. Так. Я думаю, там более полезные для тебя вещи. Какие? Ну, не знаю. Что фокуснику полезнее всего? Коврик для карт. Может быть, там коврик, кстати? Да, запакованы, конечно, здесь на славу будет. Придется, наверное, прям раздербанить эту коробку. А, вот, скрывается. Ну, такая вот коробочка. С надписью «Сергей». Так, и здесь у нас внутри вообще так капитально упакованы три колоды карт. Здорово. Да. Так, сейчас нам бы их еще распаковать как-нибудь. Так, вот здесь у нас три такие колоды. Так, здесь у нас Талихо, вот такие вот черненькие. Черные такие, бритиш монархи какие-то. Прикольные карты, кстати, первый раз такие вижу. Здесь у нас Bicycle Rider Back, это такие с разноцветными рубашечками. О, смотри, здесь даже эти, смотри, разные. А, это для этого. Для One Million Dollar Monte даже карты. Нифига себе, клево. Виктор, огромное вам спасибо. Просто прямо от души. Так. Это у нас... Честно говоря, я не знаю, что это за колода. Ну, наверное, что-то такое цивильное. Hound of the Baskervilles. Обязательно сниму обзор на эту колоду. Да, судя по всему, колода очень-очень-очень достойная. Что ж, уважаемый Виктор, огромное вам спасибо. Мне было просто безумно приятно, то, что ко мне пришли еще три лишние колоды. Ну, не лишние, конечно, а три дополнительные колоды в мою коллекцию. Итак, следующая посылка у нас вот такой вот пакет. Он от Тимофея Левина из города Новосибирск. Прикольно. С городом Новосибирском у меня, кстати, связаны очень
хорошие воспоминания. Был я там недорого. Был я там недолго, но кое-чем он мне запомнился. Итак, что ж, давайте откроем посылочку от Тимофея и посмотрим, что там. Здесь внутри, вот, смотри, такая вот упаковочка, может быть, там ручка Паркер. И внутри здесь вот такая вот записочка лежит. Больше там ничего нет. Так, здесь вот такое вот письмо. Написано: «Здравствуйте, Сергей, как я и обещал, дарю вам замечательный... дарю вам замену карандашу. Если у ручки закончатся чернила, не беда, в коробочке лежит запасной стержень. Также я вложу в нее якоря удачи, которые навсегда оставят удачу рядом с вами. Надеюсь, мой подарок вам понравится, и вы будете его использовать. Я очень старался вам угодить. Также благодарю вас за уроки, которые выходят у вас на канале. Желаю скорее добраться до отметки в 100 тысяч подписчиков. От всей души. ПС. Со знаком зодиака не получилось, но, на мой взгляд, эта ручка еще круче. Моряку от Тимы». Тимофей, огромное спасибо. Вот просто огромное моряцкое спасибо. Прям вот челом бью. Спасибо. Итак, вот такая вот у нас коробка. Коробки здесь. Приятно получать письма. Да, смотри, здесь такие якоря, короче, вырезанные. Слушай, прикольно вообще. Слушай, мне на дембельскую мою бескозырку на ленту пойдут, кая. У меня там как раз отвалились на прошлом дне в УМФ, по-моему. Ну, здесь вот такая ручечка. Без опознавательных знаков. Ну, такая ручка, здесь запасной стержень. И вот такие вот куча якорей на удачу. Здорово. Подписчики твои молодцы. Подписчики мои самые лучшие. Ну что же, уважаемые подписчики, спасибо вам большое за то, что прислали, значит, мне 3 колоды. Виктор, спасибо вам. И за эту ручку, Тимофей, спасибо вам. Ну что же, а я постараюсь поскорее добраться до отметки в 100 тысяч лихих матросов на нашем судне. Я думаю, что к концу августа мы уже... Скорее всего, к концу августа мы эту отметку уже преодолеем. И я буду стараться снимать для вас новые трюки и новые интересные обучающие видео. Ну что ж, на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. И до следующих встреч на нашем судне.